Поэтому мы находимся сейчас в детском православном трудовом лагере. Ну вот, поели, уже 9 часов. Видите как. А девочки сейчас кухонные работники. Они поели и теперь тоже моют посуду. Вот, руководитель у них вот Валентина Хапилина из Казахстана. Это у нас Ксения. Это кто там дальше, Агния? Да, Агния. Ну-ка посмотрите сюда. Подними-ка голову. Вот они где, молодцы мои. О, моют что, посуда. У нас есть все здесь. Показать, как у нас. Старайтесь во время не разговаривать. У нас это не разрешается. Вот. Видите, вчера мы ласточки тут были. Заметили. Все это зелень всякой принесла тетя Люба Минаева. Слезли вчера за слезуном. Кто хочет. Оказалось, Галя Загуляева. Ну, ее и пустили. С девочкой Витя двоих взял с собой. Вот. Я отошел подальше сейчас. Вот смотрите. Вот я спрятался сюда. Это почему? Сейчас ласточки начали вить гнездо. Вот даже сколько свили. Три гвоздя им забили только. Ну, комаров, конечно, сегодня больше, чем вчера. Ну, еще. Там все работают. Сейчас я покажу, чем они занимаются. Кто? Где? Вот они. Вот. Так. Не видно, ласточек улетели. Так, что-то ты плохо работаешь. Быстрее работай руками. Потом у меня работает Тараси. Вот. И это Нюра. Нюра — это Аня, которая называется. Это Нюра, я их все зову. Вот. А это тетя Люба. Любовь Николаевна Потеева. Она... Вашему хозяйству готово. Забирайте. А вот руководит баночки. Тут. Видите, как начальство все. Это кто тут? У нас тут что должны знать? Видите, что написано? Ну, а тут плоховато спустился. Кто у нас президент? Дети все должны знать. Тут азбука для глухонемых. Какие буквы, что, какие жесты, что знает, потому что есть из семей глухонемого. Вот. Сейчас покажу. Это вот Тимоша. Он из Струнина приехал из Подмосковья. Встань прямо. Не садись, садись. Чем занимаетесь-то? Что делаешь? Сережки убирать надо его. Клади сюда. Он знает теперь, как сережки, а потом на веники пойдет. Это березовые веточки мои. Лишние ветки спилили в лагере. Так, у тебя где твоя кучка? Ага, вот она. Я потом проверю, как. Тарас, у тебя что? Немножко еще? Я посмотрю, кто больше сделает. У нас бак с водой технической. Ну, полтора на полтора на полтора на метр. Ну, где-то 2,5 почти кубометра воды хватает. Вот. Здесь пилят у меня ребята. Ваня, Паша, главные пильщики. Во! Ну, а держит что? Нестор, наверное. Вот он, да. Ну и какое у них движение-то, как ключевой сустав работает. Ваня, а в прошлом году мы с тобой за день сколько спилили? Штук 100 деревьев. Представьте, это небольшие в кулак клены, ему двуручной пилой 80 с чем-то мы спилили. Это за обед. Так, подожди, а кто вам дал это пилить? Дядя Витя сказал. Это Витя? Так из него еще вполне можешь что-то сделать. Как же так? Оно сгнило. Ну столб пилит-то, посмотри, что они пилят-то. А, столбик, да? Убери. Нет, столбик. Они уже отпилили, это свая. Столбик. Да у нас на вес золота это. Что ж вы делаете-то? Это вот Арсений, он любит трудиться. У него хорошо получается. Видишь как. Все пределы работают. Там тяпает тяпкой он. Чем он занимался на Украине-то? Никита Колесников. Вот. А остальные у нас тут девочки отпросились пастись. Я не знаю, где они, далеко или недалеко пасутся. Сейчас я пройду туда и покажу. Ваня, делать тебе нечего. Еще раз проверь вокруг, где мы пилили. Там пройдись везде. До одной веточки убрать. Мы с тобой где пилили сейчас.
Вот. Ну, это наша кухня летняя. Тут хозяйничает. Показать надо, что тут еще делается. Вчера мы печку русскую сделали за день. Выправили ее, она полностью рухнула. Ага, вот русская печь. На что тут видно? Тут только ноги, видать, из печи торчит. Это первая загрузка печи. Кто там в печи-то сидит? Володя Пащенко. О, он с солью раствор глиняный напополам с песком. И на ведро это полкилограмма соли, ну там поменьше. И он каждую щель затирает. Вот вчера сделали эту печь, вот все из огнеупорного кирпича. А тут вторая печь. А тут, ну тут надо ремонтировать, конечно. Видно, вот здесь дверка, вот это. Там вторая дверка прикосилась, плита. И по огонь идет под низом. Один раз растопят, а потом топи, и все. А там наружу уже труба, вон там общая, сейчас покажу где. Вот помаленьку убирается, уже все легче и легче. Это стол, где они работают, алюминиевыми листами. Вот. Здесь Галя Загуляева сейчас. Видите как, железный бак, но изнутри он каким-то паранитом пропитанный. Все, иди туда, дядя Витя, подойди и скажи, дай мне работу, чтобы без работы не быть. Вот. Это большие баки. Что-то можно посмотреть, что тут у них. Тут не поймешь, что у них. О, богатство сколько. А раньше у нас лагерь-то был. Мы в степи. Ничего нету. Все в степи, все в землю зарывали. А это формы. Ну, формы какие? Они по три вместе скованы. Вот какой хлеб готовят. Вот это духовки. Вот вчера мы тут и работали. Вот. Теперь эту печь-то сделали и закрыли сверху шифером, как могли, старым. Старый перекрывали там у нас храм железом. Это труба, тоже надо подправлять. Это башня. Башня трехэтажная. Назначение ее было искать потерянных коров. Коров потерянных искать. Вот. Ну и оттуда залазили, искали. Я сейчас ухожу мимо городошные площадки. Она тут углубленная, камнями забита, а сверху зацементирована. Это ребята играют. Я сейчас тут вторая башня, называется Вавилонская башня. Вот она какая. Я залезу на нее, а это вот бум самый. 75 метров перехода. Они, дети, любят играть, но надо, чтобы было сухое. Три поклона сделали, а потом после этого разулись. Под наблюдением старшего, чтобы не толкались ничего, и они играют. Это я все поднимаюсь наверх, чтобы посмотреть, где наши пасут. Мы же отдали туда девочек, и Галя Загуляева сама повела их туда. По-моему, уже видно будет. Я не знаю, даже видно или не видно. До упора приблизил. Я даже не могу понять, попали они или не попали в поле мое тут при съемке. Но если еще следователь разберется. Это вот вон они, вот только где, я сам увидал их. Руки трясутся, но она больше не приближает. Если только они там есть, то можно будет увидеть их. Там с ними где-то овечки должны быть. Ну, овечки могут быть среди табуна. А вот корова называется гурт, овечки отара, а лошади табун. Гуси стая. А это вот идут у нас столбы. Столбы, столбы, столбы. И они уходят в корчины. Там где-то видно будет элеватор. Элеватор. Ну, конечно, все тут увидишь. Так, такой съемщик. Вот. Вокруг все зелень. Красота. Ну, все, отхожу.